«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. А между тем, Главное управление по безопасности Подмосковья напоминает правила безопасности в период предстоящего чемпионата мира по футболу. В рубрике «Около футбола» мы продолжим. Москва приняла статус футбольной столицы мира на это лето. До открытия чемпионата неделя. Матч открытия Мундиаля будет сыгран на главной арене первенства «Лужники». Здесь же отыграют матчи 1/8 финала, полуфинала и финала. В общей сложности столица примет 12 матчей Мундиаля. По прогнозам, поток только зарубежных фанатов приблизится к миллиону. Поэтому жителям столичного региона рекомендовано обращать внимание на тех, кто бесконтрольно пытается проникнуть на стадион. Обращаются с просьбой пронести ручную кладь на территорию спортивных объектов или присмотреть за вещами, а также предпринимают настойчивые попытки арендовать на короткое время жилье вблизи спортивных объектов, нарушая правила регистрации. Кроме того, необходимо обращать внимание на бесхозные вещи и брошенные автомобили, в них могут находиться самодельные взрывные устройства. Если такой предмет был найден, необходимо обратиться к сотрудникам правоохранительных органов и оказать им содействие. Информацию можно сообщить по телефонам горячей линии дежурных служб ФСБ России, МВД России и МЧС России.